открыл. Я запустил редактор. Пирожками ушел. Да, всем привет, добро пожаловать. Поехали мы сегодня в старенькую карту. А, карта называется «На кой городок?» Да, или что? «Кой городок?» «На кой городок?» «Кой городок», да. А, вроде как сказали, что простая карта. Сейчас все загрузятся, чтобы уж это... То я уже здесь, на карту загрузился. Как у вас там получается, нет? А то иногда бывает такая шляпа. Тогда, может быть, создашь, Жек, ты? Не, мне нельзя, это тупо было, конечно. А, да, ты вылетаешь. Диман, а ты, если создашь? Так ты же сейчас на них подписался все. Это новый Мерин, кстати. Не заходит, да? Ну, я говорю, что не заходит, у меня бывает такая фигня, короче. Здорово, здорово всем. Сейчас стартанем, пересоберемся. Давайте я заново, может быть. А пусть еще раз попробую. Я пробую вот еще раз, второй. Я уже вышел. Присоединение к игре горит и все. Я уже вышел, сейчас делаю заново. Да нет, это новый мерит. Так, 73 этот. 10, да? Вроде, где он? 73, 10. Блять, вот урона поперла у него. Внизу там где-то еще. Да, нашел. Че мы еще ставили-то? Ой, говорю. Актрас и еще херня. Актрас нет, не ставили. Зелок 133-го. Матвей, да, понравилась прошлая карта. Очень интересная была. Здорово, здорово, Гена, всем привет. Так, Мерседес, Крас, модель 7310, ЗИЛ. А что мы еще ставили? Я что-то вообще забыл. Что стояло-то у нас? А, и вот это. Так, начать игру. Сейчас. Если пойдет, то пойдет. Никуда. Или перезаходить уже. У меня вот такая фигня, короче, бывает. Не знаю, честно говоря, с чем это связано. Да хер его знает, вроде все моды-то вообще все свои как бы стоят. Да наши. Так, ну вот я загрузился опять. Да, все, здесь заходите, да, все пошло дело. Так, я, наверное... Сейчас я догружу и зайду к вам присоединиться. Ага, все, я хорошо. Пошел тоже. Да, все пошло. Появляемся сразу в гараже вообще. Карта называется «Кой городок». Карта максимальных размеров. 9 пилорам. Здесь чувствуется, блин, дофига. Сейчас покататься нам нужно будет на 9 пилок. Лесоповал. Два лесоповала. Две точки погрузки. Заправок раз, два, три, да? А, четыре. Здесь прям точка погрузки есть, ты видел? Слушай, а кран-то ставится на Емелю? Блин, погрузки такие. Прогруз, да, идет там поначалу. Знаете, что я сделаю? Я сейчас... Ну, сразу пойдем на точку погрузки, да? Ну, а что нам делать-то? Слушай, а где точка погрузки вообще? Он пишется, что где-то здесь, а ты ее видишь вообще, нет? Слева от нас, где-то, где-то, типа, точка погрузки. Это наёбка, наверное. Да, она, скорее всего, не была. А, то есть нам надо будет еще искать, где загружаться, походу, да? Нифига себе. А, ну здорово, лесоповал-то здорово по-любому есть на него. Ну, лесоповал есть. Слушай, а на Емелю ставится вообще с распуском крана? Я не знаю, это урон из хорошего. Сейчас я попробую поставить. Ром, ты тут, нет? Ромы нету. Бак. Защита кабины не ставится. Не ставится. Блин, тогда придется ехать на другой машине. А на чем поехать тогда? А ты как? Крязинку тоже такая же шляпа, не? А, на кразе можно. На кразе на каком? Ну, на этом, на Владове. Да-да-да, на Владовский тогда сажусь. На нем и поеду, блин. Господи, сколько машин здесь. А ну что, мы 4-4 берем? Не, я возьму, наверное, 8. Так интересно. 9 белорам, ни хрена себе, конечно. Ну давай.
Не, я думал, так все вместе поездим. Там и так все вместе поедем. Ну, в принципе, да. Так. А кран-то какой? Карт-лес, да, видимо, ставить надо. Карт-лес. Ёлки-палки. А в гараже пыляешь, столько аддонов сразу идет. Вот, удлиненный роспуск. А что мешает там? Что надо поставить? Чё мне не грешит? Опять этот нафига он нужен? Евгений, здорово, да, всем привет. Решили, да, покататься, помесить немножко. Так, а чё мне? Сталин, а как ты ставишь? У меня не ста... А, так я из-за тебя поставить не мог, походу. Роспуск ломб этот. Во, все, поставили его. И, слушай, а кран? Кран я поставил, там суппорты какие-то всякие, и кран ставится. А, суппорт, вижу, вижу. Может ему кто-то подсказать или нет, по редактору? Так, здесь нет, никто не может, Clash of Game. Так, протектор какой-то еще, доп-канистр. Нихера машинского. А что так прогружается? Очень много машин. Ну, а и, видимо, объектов здесь, наверное, много. Так, что, мы на заправку, что ли, да, сначала стартанем? Джек, ты посмотрел, где заправка? Я точку вообще хочу открыть, вот, открыть. Где-то точка есть. А, и вон туда заправка, кстати, идет. Не могу прогрузить, прикинь, вообще. Офигеть. Серж, да-да-да, я видал по описанию. Посмотрел, что ты скинул там. Дороги тут вот пока, ну, вообще, да, что сухие. Они нормальные, мне кажется, тоже здесь. Так, на заправку поехали тогда, да? Я поехал уже. Да, я резину оставил стандартную вообще. Артем, здорово, всем привет, всем добро пожаловать на дневной стрим. Народ, поехали. Старенькую карту вчера посоветовали нам ее на стриме, кой городок. Внедрить, ну сука. Сейчас ты поедем, посмотрим. Что такое, Ром? То сколько тут машин, все разгребать надо. Ну дофига там было. Я даже еще один слот не поставил, там 7 слотов было, Ром. Ром, тут надо нам на паровозе по одному очку. Да, это точно, блин. Только что мы начали, давайте таймер, кстати, поставлю, чтобы не спрашивали, кто заходит, не сначала стрима, чтобы видели, как давно мы поехали. Дела отлично, как сам поживаешь? И вот так его, все, поехали. Так, на заправку с правой стороны заезд, да? Там? Как, какой хочешь. А, без разницы. А, вот еще лесоповал. Капец, тут, короче, валом всего. Ну, пилорам дофига, видимо, где хочешь, там и загружаешься, да? Ну, смотри, лесопал, рядом три пилки. 4. Не, ну, может быть, я не знаю. Так вот, прям сразу загружаться. Не совсем будет интересно. Либо они тоже какие-нибудь там, знаешь, непонятные лесоповалы. Как вот точка погрузки написана. Не, лесоповал написан, там стопудово он будет. Если он ничего не перегороженный, там, типа того. О, шаланду какую-то взял. Там не шаланда, там пиздец какой-то. Так, а где лесоповал? Прицеп ТГС, я думал. Ну поехали по дороге, да, наверное. Посмотрим, что за лесоповал. Удовольствие. Да ладно, зелок-то у тебя вообще. Я вчера смотрел, как вы катали. А что у него? У тебя тоже фонари внизу? Да. Фонари, да, внизу, горят. Нет, это не внизу, это луч бьет сверху так. Смотри, вот подъезжаешь. А, нет, это сверху так. Что-то непонятно, да, внизу горят, блин. На самом деле. На локомотивах, да, мы с Серж там помучились на этих локомотивах, помню карту. Давненько ее катали уже, правда, месяца два. Слушай, а заезд-то где здесь не спал? Ну, по дороге пока едем. Поехали по дороге. То есть тут надо было скоростные тачки брать где-нибудь. Асфальту, да, летает здесь, блин. На руле в спинку играть шикарно, Денис. Необычно, непривычно. А вот здесь, наверное, поворот какой-то. УАЗик я вижу, да? А там пилка. А, вот. А, это пилорама, подожди. Я поехал. Стоп. Дальше. А, нам дальше ехать надо, да. А направо что за дорога уходит? Может быть, там какой-то типа мост будет вообще? Да, все, купил, Димон, руль.
Насобирали, спасибо, Дим. G27 взяли, как и хотели, как и советовали. Скоро все будем на руле, не переживайте. Прям вообще, каждый день все больше и больше людей на руле. Ощущение, вот действительно, прям по-новому, новая игра такая. То есть еду, сейчас сцепление выжимаю, коробку переключаю. Саня, так это... нам налево где-то сейчас будет. Саня, точно тебе делать нечего, сцепление выжимаю. Ром, серьезно, если это, как-нибудь возьми. Серьезно. Да я играл на руле, что и не играл. Играл, ну не знаю, я честно скажу, прям вот по-новому игра пошла. То есть прям это, выжил сцепление, включил вторую, он поехал. Есть так, такой, а вы свой куда кайф. Вообще? Вы уже загрузили, что ли? Нет еще. Пытаемся найти, там видишь, точка загрузки, что была на старте фейковая, то есть здесь еще непонятно, где загружаться, честно говоря. Сейчас вот куда-то едем, якобы в сторону лесоповала. Но уже как говорит, что если есть лесоповал, значит он есть. А что у тебя за прицеп такой? Ну вот этот, эти острый такой длинный. А, чувствую. На зилу? А. Да, да, да. А он красавчик. Сколько перевозит? 6? 6, красавчик. Красавчик, блин. Вот это 9 килограмм. 9 пилорам, 6 очков, да? Чё закидываем? Камеру куда закидывать? А, так она идет с СТ-модсом, с СТ-плюсом, блин, да ведь? Ну, да. Закидываешь корневую папку Пинтарь, игры, да. И все. Спинтайрс плюс, да. Просто в корневую папку игры. Там надо лес вывозить было на другом вагоне и перезагружать рельс его. Он у тебя сошел, потому что вы втроем сидели в паровозе одновременно. А, вот в чем было дело. Ну мы там, да, немножко попсиховали, помучились. В каком паровозе? Ну помнишь, карта от Сержа была, мы катались, где на паровозе еще по всей карте подъезжать, там уже было точка погрузки. Доставка, там, по-моему, называется. Да-да-да, доставка. Вот сейчас Серж как раз говорит, смотрел, как вы ее играли. Да, дорога-то на лесопол вообще такая. Ну это специально так, наверное, сделано было. Радик, здорово, да, всем привет, кто только подошел. Добро пожаловать на стрим. Слушай, что-то я как-то по кругу еду, а вы уже нашли лесоповал. Вы срезали, что ли, как-то? Нет, я вообще сзади вас. Я еду сзади. Ну, поставил же. А, здесь да и точка погрузки есть. Я на точке тогда погружусь, и как раз вы подъедете. В этот, на распуск-то, Ром, два длинных, да, кидать нужно? На ваш вот распуск. Пожалуйста. Да, два длинных. Да нормально, чё, нормально с ним ездили, я видел, многие ездили, люди с ним. Это я этот прицеп с коммунизмом. Ну да, я с этим прицепом тоже до хера. На зилке я не буду нормально. Спрашивать, карта сложная будет, если будут самые холмы и болота. Немножко, кстати, научился делать болото. Отлично, Клэшер, давай. Хорошую карту поиграем с удовольствием. По этой же, да. Ну вы там как-то срезали, я так понимаю. Я по дорожке ехал. Ну, как тебе сказать? Я не сказал, что он дефолтный. Ну, приближен, да, к дефолту? Нормальный дефолтный масс. Ничего не перекручено совершенно. Расскажи, Ром. Он едет вполне себе, как обычный крас. Ну, едет как крас. А, ты 6-2 взял, да? Да. Ай, я 6-4. Только 6.
А я 6-4 взял. Могу две разломать. Давид Стар, будут ли еще игры с рулем? Слушай, ну, возможно, будут, если кто-то захочет погонять, то почему нет? Может быть, и потестирую. Четыре у меня. Надо, да, раз, погонять. Два, три, четыре. Четыре ворона у меня вылетает. Сколько у кого? Ну-ка. А я не знаю, мы стоим на этом. У меня ни Сталин одной. Дернулся. Ни одной? Мы не вылетели, но Сталин дернулся с грузом. О, нихера себе. Сегодня рекорд 5. Слушай, Жек, а здесь вот нельзя проехать? У меня один раз 8 ворон будет. Офигеть. Ну. А вы куда едете? Вы собираетесь ехать? Собираюсь. Смотри, сколько дырок здесь. Проезжать. Вот я и проехал в дырку. Кто автор карты спрашивает? А я не знаю, кто автор карты, честно говоря. Евгений, здорово тебе. Север, привет. Бог его знает, кто автор. Тихо, кто толкается. Я вроде даже не доехал до тебя. Так, что станет? Что стоим? Всегда ждем, что ты там копаешься. А, мне рост подзацепился, блин, еще не едем. Да, сейчас стартанем. Здесь просто впереди стоят, я вам за Жекой тогда поеду, а то я не все прицепы вижу. Вчера поиграли шикарно вообще. Иван, здорово, да. Макс, привет, всем добро пожаловать. Че стоим, Жека? Прицепно. Так а он удлиненный еще. Всегда так пляшет. Пусть Гоуман на Емелю кран поставит, если на Емелю кран. Не, на Емеле, да, крана, кстати, не будет. Не будет, жаль. Я вот сейчас на Емеле хотел поехать. Ну, может быть, вторую ходку. Кстати, на Емеле здесь лесоповал уже знает. Да там некуда кран ставить. Это будет совсем уже, если там налепить всего будет. Одно на одно. Не, ну а что там, опору? Ну, под роспуск ведь кран поставить и все. Не войдет? Не, там. А то вот на нем ходит. Платформа, ты же видел платформа какая, она вот линейная. Да, да, да. Ну вот. А, уже как по все, кран? Да, не уберется. Нет, конечно. Там бак только. Ничего, пригоните погрузчик, погрузите. Че, в чем проблема? У меня тоже вот 44 литра сейчас. А как ты хотел, ни хрена себе. Чтоб 12, да, было? Это ж V12. Так, клацай справа, там пополнить я есть. Пополнить, да. Димон, уж кто бы говорил, да, нажал пополнить и поехал. А то в тот раз, да, все нормально, парни, что, нет бензина. Сейчас я сделаю все. Да, заправился, поехал. Родион, возможно, будет, не знаю. Роман, здорово, всем привет. Так, Саня, куда поедем, ну? Налево давай. Налево? Да. Так о чем мы так здесь? Так как ему потеряться с таким прицепом блатным? В, нажми, вперед едет машина. Диман. Нет. Подъебал. Задумался, блин. И поехала, да? По дороге. А ты куда делся? Мы все едем по дороге здесь и едем. Санек, здорово, здорово. Спасибо за пожелание. От Санька всем большой привет. Всей команде нашей. Привет, привет. Честной передает. А какой Санек? Санек 34 рус. А. Передает всем большой привет. Спасибо за подписку, за лайки. Да, подожди, все, а куда он вообще вроде ехал? Все налево поехали. Так, а, здесь по асфальту налево, есть, короче, по грунтовой дороге налево. Даже едь куда-нибудь. Поехали налево. По грунтовой. Че по асфальту-то мы успеем? Куча, налево и налево, Димон. И сейчас покатаемся, посмотрим. Налево, да. Валера, налево, здорово, налево, тебе налево, добро пожаловать. Будут холмы, ровной дороги почти не будет. Будут болота. Болот на холмах много делать не будет. Да Clash of Game, да, верит, делает. Не верится вообще в это. Он быстро делает карту, но пока... Да? Да-да-да, но пока ничего хорошего еще не да, было. Родион, все отлично, как сам.
Сейчас он быстренько сделает, пока мы доиграем. Да, и будет готовая карта. Да все поехали налево по грунтовке, он едем конвоем таким. Круиз 40. Блядь. Бах, нифига. Видели. Бах. Ромин. Очередной человек, который задает. Турбобуст, почему ты не сделал? Да задолбал звук КамАЗа, понимаешь, какую машину не сядешь, где КамАЗ? В Испанию привет, пускай да. Пускай силком работает. Клэшера, да? О, грязь, о, даже так. Грязь нашли, ничего себе, в натуре есть грязь. Тогда... Ну у него 12 В стоит, что-то. Еще Валера его там подкормила немножко. Ну у тебя там баков, наверное, на 1000 литров. Там в принципе там бак, блядь, как цистерна маленькая. Не думайте, я никуда не спешу. Делаю не так быстро, как предыдущие карты. Я был дебил, наверное, когда делал. Ну хорошо, Клэшер, постарайся, поработай, да, молодец. Карта старинная, да, Валер, карта год назад вышла. Вчера на стриме ее посоветовали. Вот, поехали. Спроси у Сталина, пожалуйста, может он для меня дефолтный крас переделать забавки? Вообще легко. Спеши с ним. Вон, модель есть, 300 рублей он твой. И зачем, да, зачем кстати, переделать, если есть модель? Да, модель возьми он за деньги и все. Напиши мне ВКонтакте, я тебе дам его страничку и с ним спишитесь, там уже все решите. Я думал, ты сейчас скажешь, я тебе дам его, Сталину ничего не возьмет. Ну, либо так, да, можем о скидке поговорить. Хорошие идеи. Рома скрылся за горизонтом, я вам так скажу. Саня, ты едешь за мной? Что-то я, блядь, протекал. Еду на четвертый потихонечку здесь. Заглох, Валера. Так у тебя там в канистрах же дофига. Пацаны, только не тинт. Так а кто на заправку? Он, наверное, не заезжал на заправку. Заезжали, мы все заезжали. Мы все заправились, да. Не знаю. Как моя бывшая, блядь. Как тоже. Это вот, как лучше. Жерман, да хуя, блядь. Все, догоняй тебя, Жек. Ускоряемся. Ай, заглох. Ускорился? Заглох, да, на пятую перешел. Солярка есть, Саня, да. Я теперь на руле, есть такая фишка, понимаешь? Там, блядь, ты на третьей можешь ехать с такой же скоростью, как и на пятой. А, да? Да. А я на пятую переключаю что-то. Один третий, газ, пола, такая же скорость, как на пятой у тебя будет. Она как один плюс, типа, да, наверное? Да. Идет. Так, тут есть налево, есть прямо, Саня. Там на пилку налево. Если кто хочет скидывать и дать. Ну давай посмотрим сейчас, куда мы еще можем. Да поехали дальше, короче. Поехали дальше, да, успеем здесь закрыть еще. Нихера себе. Да, уже, Валер, все, взял руль, кстати. Это, наверное, первый человек, который так сказал. Ну да. Назил. И поехали. Теперь обкатываем. Вчера на трех картах обкатали. Вот. И сейчас топка закончится, да, бензин. Не, у меня еще 100 литров, и в канистрах же есть еще там, литров 300 точно. Я думаю, одну ходку на ней сделать, да, наверное, и бросать, и на Емелю пересаживаться по другим дорогам поехать. Ну, если хочешь, там разве... Налево там... Не, прямо есть. Да. Ну, хочешь, можешь скинуть там, вот эти, есть... заебался ехать. Если топлива нету, да, то скину, ну-ка, пятую... Ну ты пиздец, Валера пишет. Зря пятую включил. А кто, чё, точку не возьмешь никто? Там. А бог его знает, что за точка. Дилорама, да. Вроде едем. Дима, ну там точка, если будешь там удружаться, то... Точку возьми.
Аутишная попка, тут привет тебе тоже, блядь. Вот, я тут потом чё. Добро пожаловать на стрим. Russian Easy, здорово, всем привет. Это где так было? Нихуя себе, он ебашит. А, ну это если 4-4 возишь, то да. А это если одинаковые бревна. Да, с прицепа скидывать, а сейчас тоже такого не пойдет. О, точку нашел. Не ебать, 8 очков, первая пилка закрыта. Студио, медбратом работаю в больнице. Карту поставили, да, Валер, ну кто знал, вот посоветовали, сказали, типа, шикарная карта, покатайте, парни. Ну, что-то пока вот ничего такого здесь сложного нету. Да не, по какой игре будет стрим? А это что, гараж? По спинтайрсу. Надо было гаражные части нам брать, что ли, да? Да, кому-то. Ловелас, здорово, здорово, от Ловеласа всем привет большой. Так, у меня сейчас топка заканчивается. Пилотка, и тебе привет тоже. Причем щедрая пилотка, Ник. Я уже не стал говорить щедрая пилотка, я просто пилотка сказал. Вчера карту профессионал катали 5 часов 10 минут. На парюга красава выдержал, не слился. Молодцы, да. 5 часов 10 минут конкретно. Слушайте, я бы, во-первых, подзаправился. Я уже подобрал. Да, то я чувствую, что уже маловато прям. И... А, ну мы пока так все по кругу едем, да? Кстати, там срезать так можно было, такое ощущение. Где я сейчас сгрузился, Димон-то. И пробраться сюда можно было. А мы вчера карту профессионал в итоге закрыли за 2.5 часа, что ли, то есть. Мы альтернативу убрали. Альтернативу, да. Не, ну мы закрыли те две пилки все-таки. Ну мы да, те закрыли как положено, на тех, да, машинах. Те, 4, да. Сами на руле не видно сзади. Почему? Еду за тобой, смотрю на твои стоп-сигналы. Роман, здорово, да, за-за, привет, всем привет еще раз. Родион, да, потихонечку. 9 пилоран, да нет, я не думаю, что надолго. Сейчас 4 закроем. Потом еще по одной ходке. Мы сейчас проскочили несколько пилоран, которые близко были. Если мы подумали, хотели на скорость, мы бы уже прошли эту карту. Отправили бы Рому на 7310, да? И все. Так, есть налево, а есть прямо. Поехали прямо. Поехали. А там мы куда-то... Я прямо еду, короче, точку отключу. Дай-ка я посмотрю. Что так 7310? Он еле едет у меня вообще. А. А, так мы прям сейчас тупик, стоп. Прям в пилораму. Слушай, давай налево тогда, да? Налево тогда поехали же. Потому что это в тупик. Там, ну, два налево поворота. Ну, поехали. Да они там соединяются, мне кажется. Ну, сюда тогда параллельно. Ну, давай я в первый налево, ты во второй давай, давай налево. Ну, мне кажется, в спинку на клаве лучше. Не, Samsung, не скажи. Честно скажу, прям по-новому стала игра. Чуть непривычно пока, но ничего. Вчера 3 карты откатал. Сегодня вот сейчас 4-ю поехали, собрались. Как будто да. На самом деле очень это. Прям вот по-другому. Вот реально все по-другому. Уже едешь здесь, выбираешь скорость, включаешь. Там-то что, считай, на автомате постоянно идешь. Либо повышенную. Карта нет, не новая, карта старая, год назад вышла. А студию это вебку поставил, Logitech называется. И все. G27. Че, у нас соединится дорога, нет? Дай, да-да-да, я к тебе выезжаю, Жек. Давай. Да, на симуляторе. От Киры большой привет, Кира, привет, тебе привет. Привет. Привет, Аркадники пишет. Нет, мы не Аркадники. Здорово, блядь.
Только Димон у нас аркадник. Да, симуляторщики, блин. Стимуляторщики. Симулянты. Игра нет, лицензия. Саша, отлично все с рулем, все хорошо. Потихоньку привыкаю. Димон, Григорий, видишь, где я выкинул 6 очков? Нет. Опа, поворот был налево, Жек. Ты куда поехал? Ну ты видел, где я выкинул 6 очков? На Зилу. А, можно. Я походу, Саня, сейчас перейду. Можно без пилку, прицепа короче. Просто водить. Я по 6. Давай тогда я налево поеду, да? Нет, налево, я тогда на пилку поеду выкину. Вот на эту, что перед тобой, да? Да, да, да. А я налево и походу к лесоповалу приеду, блядь, да? Ну сейчас попробуем. Байконуру привет! А, тут опять раздвояется, понял? А, вот. Так подожди, мне к тебе что ли ехать? Надвояется. А, одна налево, другая на заправку. А, там заправки, да, да, да. Одна налево, другая на заправку. Подожди, здесь... Где-то поворот был. Молния, привет, да, всем привет. Всем добро пожаловать. Здорово, здорово. Короче, по бокам бревна лежат, и... Как красиво сделано. Лайков мало, дизлайков мало. Давайте да, поднажмем. Дизлайки с лайками выровняем народ. Ты че? Блин, какую же мы карту урали? Там так красиво пилка была сделана. Короче, понял, вот эти бревна, они выложены были ну, метров на 20 наверное, высоту. И там заезжаешь так красиво прям. О, помню такую карту, да. Шикарная была карта. Там еще коровы на лугу стояли. Помню. Да, есть да, что-то находишь, там высокие такие эти, прям брёвна такие. О, давайте ее сыграем, а эту карту, я его прям хочу сыграть, слушай. Я не помню, Ром, как она называется, я помню, что там был этот, как он, вода стекала, водопад. Там был. Еще ой, надо там было красотища. Мост, ну вот ложить вот этот, на 7310 подъезжаешь, скидываешь мост. Не, этого не помню. Не, это не та. Не та, не Саня, та. Не та. Да, я тут помню вроде бы. Не-не. Влад работает, все, парни. Влад, к сожалению, я, Рома, вот, хоть убей, не могу тебе сказать. Если не ошибаюсь, Артур по ней стрим делал. Ваня, здорово. Не, мы стримили ее тогда. А есть видео где-то, надо найти. Мне кажется, это та. Там наверху еще мы выкладывали мост такой. А бежать там можно было справа. После... Там еще, где Влад сказал, сиськи, вот две горы сиськи. Не помнишь этого? Ну, я помню, я мне запомнил сильно пилка, там заезд, там высокие такие, там вообще так красиво. Нет, прям. Это не пилка была заезд, там на лесоповал, что мы катали, или, это был на лесоповал. Или пилка, не, по-моему, пилка. Там подниматься с карьера по асфальту, и потом через бревна вот эти переезжаешь, там просто пипец, они такие высокие. Ну, походу, разных картах разговаривали. Наверное, да, мне тоже так кажется уже. Там через пещерку надо было заезжать. Не-не-не. Да, не там через пещерку. Там другая карта у нас, то, что мы ездили. Там был вот этот водопад такой, этот, как его называют, плотина или как он. Да закроем все, Родян. Каких нет текстур? Ури, Ури. Пишет, нет текстур. Ури, Ури, Ури. Да, Ури. Как это нет текстур? Вот же все текстуры есть. О чем ты говоришь? Про какие текстуры? Так, слушай. Я не заправочку заеду. Класс, Ури, слышишь? Да, есть. Вот это класс. Слушай, мне где-то здесь дорогу надо найти, что-то езжу, петляю, где-то здесь пилорама должна быть, по идее. Доп? Что за доп, Ури? О чем ты? Я не понимаю. Ури, Ури, отзовись. Так, подожди. А, Ури, Ури происходит. Ури, Ури. Рома что-то вспомнил, да? Ты что, не смотрел этот фильм? Да смотрел, смотрел. Здорово, Калаш, здорово. Мать его, пенек 600 урона. Такое бывает, а? Да. Бывает. Охренеть. Вот иногда бывает, давай. Что пенек 600 урона выхватываешь даже. Ну-ка, подожди, Димон, подожди. А ни у кого бы не было пенек 600 урона? Это пень. Говорят, бывает подожди, же, подожди, не Димон, знаю. Подожди, Димон, подожди, Димон, у меня там прицеп стоит. Потому что... Мышь бы это. Надо подписываться на вот эти прицепы обязательно. Да ну, зачем от Вуду-то? Есть же от Джеки прицепы. От Вуду отличный прицеп, чего вам не нравится?
Их слишком много становится. 4 прицепа там всего. Да. Их слишком много в аддонах становится. Так, а может быть мне вот эту точку скататься открыть? Давайте съезжу, открою точку тогда. Подожди, подожди. Рома вспомнил электроника, да-да-да, именно его. Игорь, здорово тебе, всем привет. Ури, отзовись. О, Рома, тебе надо было мой прицеп на 8 подцепить, и 4 на тебе. Вот это было бы вообще сильно. Слушайте, а карта хоть и легкая, да, вот пишут, но здесь очень много дорог, да, вот так мы катаемся, катаемся. Блин, вот забыл я про него, елки-палки. А я подписан на него, подожди, я на него не подписан. О, я сейчас на точку погрузки заеду тогда. Как я мог забыть так? Про меня как раз машина подходящая. Да, а что у тебя случилось-то? Сань, да ты на лесоповале, а не драйвер. Это Ури виноват, все, Ури виноват. Я сейчас тоже на лесоповал заезжаю. Гена, машину уронил то, что ты только начинаешь играть с Пентарис, ничего страшного. Они здесь бывают, иногда падают. Поэтому как бы нормально. А что вы все тут позакрывали все, да? Если машина упала, нажимаешь создать, это, выставляешь и едешь на другую. Новую, да, делаешь и попер. Ладно, я разворачиваюсь этот друг. Родион, от первого лица здесь не совсем вид хороший, поэтому как бы и поэтому... не играю от первого лица. Поэтому... Не все машины с нормальным видом есть. У Гикиморы вчера, пиздец. Мы, Ром, поехали, кстати, на ту точку погрузки, на профессионале-то. Да. Вот там от первого лица на Кикиморе это был бомба вообще. А, то да, то есть прям класс. Как надо, едешь, там, все да, видно, класс. Прям там широкий обзор. Мы там по асфальту, такой. Рома, ебать, он тули за вид от первого лица, как делает. Я чуть не усрался, если честно. Так, поехали, короче, я загружаюсь заново. Мне придется по пенькам опять развернуться. Пусть. Да где дорога-то? Где дорога? Вон, едь, ты что, не видишь? А, тьфу, блин. Езжай, то я тебя обгоню сейчас. Дорога-то тьма. Маверик, здорово, здорово. Ля-ля-ля. Чего, да я не стал на полном приводе по дороге без... А, кстати, да, можно было выключать полный привод, что-то я не подумал. Да, все если хочешь экономить топливо, если заглушить, тоже экономим. Кто не хочет экономить, не выключает. А я не, функции даже... заглушить нажми, Саня, вообще экономно будет. Сохрани все, да, себе? Да. Бах, куда мне поворачивать? А если глазаш пополнить, можно не экономить. Дело. Блин, а? У меня здесь немножко беда происходит какая-то. Во, вот так, наверное. Во, сейчас нормально. И еще одно бревно. Слушайте, а топки у кого-нибудь много вообще? Я на заправке только что был, но у меня нет. Ну я, наверное, одну ходку-то сделаю еще на нем. А потом уже не знаю. Спасибо за лайк, да. Мадрас. Саня, это помнишь? Шкуля ТВ, да, Шкуля ТВ, привет. Конечно, помню. С Якутии, да? Откуда-то оттуда издалека. Так, подождите. Так, что там как-то криво встает, да? А так мне не понравится, неудобно будет. Ладно, давайте так его тогда закинем. Во. Так. Шкуля. Оп, что мы транс имеем? Сложили. Так, мне тоже куда-то надо поехать. О, я сейчас вот так поеду, вот этой дорогой. Катнусь. И вот туда. Слушай, Ром, подожди меня. Что поехали это? Вместе. Да, Рома, а я вот отсюда выезжаю с точки погоды. Я все равно не смогу ехать с тобой. А, ну езжай. А у тебя что за машина? У меня самая простая. Да езжай, езжай. Жигули, да, у меня. О, Жека а, здесь. Вот ты уже. А, и Жека, да. Быстрый вы. Так я с этой точки погрузки выезжал. Они быстрее тебя, блин. Вперед стрелу вытягивай, можешь... Вань, знаю, да, но сейчас уже не нужно. Тут на этом роспуске можно чуть-чуть взять, как бы, это... Слушай, а здесь деревья какие-то неправильные.
Смотрите, осторожно, вот дикий мостик. Я не вижу, что там с прицепом происходит. Нормально вроде, да? Мостик, да, такой чуть-чуть с поворотом, здесь Жек, аккуратно. Я на роспись даже смотреть не хочу, как он там будет заезжать, да, честно, ну, говоря. Нормально. Это все потому, что на руле, Жек, чувствую. Да? Роспись как тянет, заходит, да? Да, даже... Да, он... да, ну да, вот да. Как тянет, да, вот реально чувствую, блин. Под вас не заснешь. Под нас не заснешь. Заснешь, сказал? Не заснешь, да? Да, заснешь. Посоветую карту большую и сложную. Вся серия Лесозаводск, Вах и от автора Blackwater Canyon. Так, а здесь что? Твин Пикс купи. Или Твин Пикс купи, да. 150 там стоит рублей. 150 рублей стоит, да. Не умрешь там. Доктор Албан, да, есть. Костик, с нами можно играть, смотря сколько лет тебе. Сколько жрет, сколько прет, как мотоциклисты говорят. Тупик. Мост шатается. Не может быть. Себе. Да, он что-то у меня прям пошатался. Я же вам сказал, дикий мостик. 14, Костик, не получится. У нас от 20 лет только играют. Костянчик, извиняй. Да, через 6 лет заходи. Будем рады. Скажешь, помните, я вам писал, теперь я готов. Мы с ними скажем, конечно, помним, поехали. Кара, здорово тебе тоже, добро пожаловать. На второй поднимаете? На третий. На третий не бегает. Ты сказал, что на третий надо ездить, я теперь только на третий катаюсь. Слушай, здесь мост такое ощущение сломанный. Да. Рома, ты далеко, да, уехал уже? Нет, я тут рядышком с вами. А как переехать этот мост? А что значит, что не так? Подожди, давай я вот сюда вот на бордюр зайду. У меня колеса туда падают. А, вот, все, объехал. Там ямка была. Не заметил. Во, вот так. МС Босс. От Архада всем привет, Санек, здорово. Привет, привет. Земляку с кисточкой отдельный привет. С кисточкой. Димон, ты с кисточкой, что ли? Нет? Я не знаю. На руле, да, Найрус. Это Сталина мод на крас не дала. Вот собака, что обещал крас подарить на день рождения, а подарил вот это. Что подарил вот это? А что ты подарила, боже? Я? Я ничего не дарил. Ничего не дарил, ты что-то путаешь. Привет с кисточкой. А, есть такое выражение «привет с кисточкой». Я что-то не слыхал такое, Санёк. Это где такое выражение? Нет, нет, ну есть, значит. Я думал, земляки там так говорят, что, может быть, вот с кисточкой что-то знают там о своем. Малярная компания какой-то. Возможно. Кстати, а не хотите покататься на трофе? Вот карта, что старая, ну, что первую вот выдавали. Не хотите сгонять? Позакрывать. Там, конечно, все менять нужно будет, ну как бы несложно. Я вон создал две папки. Леха Лобзуков, привет от Лехи. Здорово, здорово, привет передает тоже. Рома, тебе привет от Кары большой. Привет. Так, а где-то здесь пилка должна быть. Сейчас, секунду, Жека. А, вот я в следующий поворот тогда заеду. Следующий поворот. А вот, Рома, есть точка спауна на этой карте. Мне только что спалил. Да? Там, смотри, есть налево, да? Направо. Класс. Жек, сейчас вот две пилки. Куда поедем, на какие поедем? Ну вот здесь налево одна пилка и направо одна. Давай, давай я налево скину. Ты направо тогда, да? Давай, давай. Вот давай, они давай, прям давай. Тут. Я уже поставил метку направо. Давай. Они тут друг напротив друга, блин. Что здесь метку ставить? Вот направо эта пилка, вот налево эта пилка. Чет на Ютубе прерывается, в ВК все норм, фиг его знает. Вроде нормально бы это. Нормально все на Ютубе. Нормально, да, что-то обнови страницу. Ты пал, не классно, будет тоже. Нормально, не будет прерывать. Так, вот здесь пилорама сюда, направо. Александр, карты берем, сами делаем. Делаем карты и катаем.
основном. Вот эту карту Димон сделал. Это карта Трайвера. Был мододелом, стал картоделом. Сказал, карты легче делать, чем мододелом. Самокритично. А ну вот смотри ровно меня на карте. Получится переместить. Ну-ка, подожди, где-то. А нет, там машин, там машин много, нет, там машин, наверное, нет. Не, не пойму. Нарисована точка погрузки. Тут есть точка спауна. А? Вот где я стою сейчас, вот где мы спавним. Да, вот да. Здесь написано точка погрузки, ее тут. Ее тут нету, да. Так мы и думали, что вся карта будет загадка вот такая, знаешь. Теперь-то я все понял. Это ну что, поехали? А куда? А что, осталась одна загружаться вот на эту... А, еще она лицеполнит. Да, поехали. Вот смотри, 6. Я на мини скататься. А ты 8 взял? Ну да, 2 взял. Да пускай будет 8, что. Я обожаю его. Нужно кому-нибудь? Так а мы сейчас через заправку здесь поедем, видите? Смотрите. Не, я думал на ту точку погрузки, что сзади. На ту точку погрузки. Можно на ту съездить. Блин, а я без крана. Я не смогу. У меня кран есть. Загрузишь? Да. А топливо есть? Нет. А смысл загружаться? У меня есть топливо. Да нет, там пилорам у нас, ну, там находится. Я на том лесоповале загружусь, и там же скину вон 8 очков спокойно, и все. Третью передачу, да не третью, он четвертую сразу втыкаем, в принципе, и поехали. Семен, молодец, что тоже играешь, мы рады очень за тебя. Здорово-здорово всем, кто только подошел. Что-то как-то мы это, за разговорами, да, закрыли и закрыли. А я вам сказал. Я F1 нажал, смотрю, все закрыто надо. 40 минут. А, ну мы сейчас по 2 закрыли Жек и 4, считай. Рома 2 закрыл, 6, да? Так, или ты 6-2 там закрывал? Мистер Шкулев. 6-4. Мистер Шкулев к Сталину обращается. Дай подарок на DR мод. Ты же уже обещал. Прошел день рождения, все, да? Так надо было вовремя обращаться. Так. Короче, заправляемся. Какую карту-то поедем? У нас есть какие-нибудь карты вообще поиграть? А тут что-то нифига нету. Нам не ездили еще. Старье вот нам скинули, а что-то она неплохая, направлений много, но сделал бы дороги хоть посложнее. Будь здоров. О, красава. Ты видишь это, да? Да. Занесло дрифтом. Знаешь, я, наверное, пойду на ту точку погрузки. Что-то мне прям туда хочется съездить. Так мы ж там были только что. А пилорама-то здесь находится. Мы там не были, мы мимо нее проехали. А, ну окей. Окей. Полигон, да, мне Серж скинул новый полигон. А буду в нем немножко там поразбираться бы, чуть-чуть. Я как раз 2 очка довезну. Давай. Кирка пишет, вон, у меня скоро день рождения, пусть мне подарит. Так у него модели так есть. Опа, соединение с серверами Steam. Ромы нету. Ромы нету, да. Соединение с серверами Steam. Что за фигня? Мы вылетели, что ли? Да, все, прошли карту. Ну, сейчас Саня. Не, сейчас вылетит, может быть отвиснет, я пока не жму. А, ну, короче, Саня, а тебя вот лег идет нормально, меняется 48-55. Так да, мне нажать отмена? Нет, бру! Нет. Ты отмена, ничего не жмёшь, да, выйдет сразу вылетит. А полигон прикол, не могу дать, потому подождите. Что он приватный. А да, что пин, если ты прыгать, значит все нормально будет. Я отключился, ну, игровой сервер отключился. У меня соединение с серверами Steam написано. Тебя за мат, походу, забанили, Ром. У меня игровой сервер отключился. У меня есть карта самый первый на СТ-мод. А что у тебя за, ты говоришь, приват?
А полигон, да, не могу его скинуть, он а какой приватный, полигон? Обещал, не буду отдавать. Полигон, где машины тестируют. О, все, отвис. А отвис. Да, от Сереги. А чей это полигон? От Сереги. Какого Сереги? Серега, Серж. Отвис, да. Смотри-ка, нормально. Нормально. А я не отвис, я вообще отключился от ты, вас. Ты вылетел, да. У меня вот висел, я кнопки никакие. Нормально все. Ссылочку на полигон не дам, шкуле, он закрытый. Нельзя. Автор, если захочет, сам выложит. А я не могу. Ури, а что ты напился-то? Что было? Мамченко, Steam? Мозги-ка не ходит. Вот что это было. Вот это и было. Надо какую-нибудь нам старенькую карту найти, хорошенькую. Так я вчера предлагал, давайте его купим. Никто не захотел. Не, я сказал, что в Ак-8 ехать, надо хорошую команду. Да. Ого, первые звуки. Рома не поедет. Не, дайте ему 15 минут, и он поедет. Да, да. Вот так, наверное, сказать лучше. Стрим, все работает, все в порядке. И поедет, да-да. IPTV нет, у меня игровой сервер отключился, понимаешь? Это Саня что-то там завис, и я отбил. Я не нажимал кнопки, да, сидел, ждал. У меня в чате писали, что дорогу соединение. Смерти проиграть. Дорогу смерти? Что-то мне кажется, это да шляпа. Да хрень какая-то. Это вообще, та еще. Мы играли. Да, мы играли. Мы, короче, не играли. Говнище. Она вообще фигня, блин. Ничего там хорошего. Как карта-то в целом понравилась, нет? Ну, она простая, очень простая. Ну, направление про очень карта. Много. Так. Направлений много, покататься вот так. С длинным распуском вот по приколу покататься здесь. Чисто потаскать. Да, да. Ссылку просят автора этого полигона. Под видео ВКонтакте будет, а полигона не будет. Нет, полигон автора, закрытый. Спрашивает. А, Серега! Серега, он с нами здесь. Что-то в колею был. Да-да, сильно ты в колею не попал. В Ах-8, говорите, сыграть. Пишет, мне первый раз ответил ютубер на стриме. Че увидел? Мне первый раз ответил ютубер на стриме. А, Семен. Поздравляю, сегодня твой день. Сегодня праздник, да? Да, сегодня можешь пойти в казино, ставку сделать. Оп, сюда по срезочке. Ой-ой-ой, за что мы там зацепились? Ты зря это сказал, сейчас парень пойдет и сделает. Ну и что, выиграет? Выиграет, вот 500 конечно. За задонатит. Проценты, проценты. 30% от выигрыша мне скидываешь. У меня Фореста нету здесь. Я не играю в Форест. И игры-то нету, наверное, даже это. А я загружаюсь. Обращаюсь к Сереге, дай полигон заплачу 4 рубля. 4 косаря нормально, слышишь? Если так, да, то я тебе сам дам. Обращаться тогда, блин. И не надо, да, к Сереге обращаться. Сейчас сделаю полигон. Карта Курша 4 тяжела из-за мостов. Какая? Курша 4? Курша 4. А, кстати, вышла новая карта, да, там. Вот это Курша 4. И что там с мостами? Ну, я что-то посмотрел на миниатюру, так себе вроде бы. Не думал, что она прям так вот тяжела будет. Форы шляпа, он тем более подсказывает, да. Да, еще. Не, Емеля классная машина все-таки, Ром. Классная, все. Но крана не хватает, жаль. Сталин Петербилд сделал, а вы не показываете. Он Петербилд, платный. Сталин. Да ему уже лет. И он уже давнешний, да. А мы катались на нем, нет вообще? Нет, не так вы купите и поездите, что делать.
Да ладно, тогда и не будем кататься, что-то. Чё ж покупать тогда? Не будем надо кататься. На курсе, короче, один гараж закрытый, три заправки, два лесоповала, две точки погрузки, 7 килограмм, 8 точек разведки. На карту уже, говорят, засирают. Засирают, значит, не поедем. Раз недовольны. Ответь на мой вопрос, что покупка за 500 и сладких. Сладких, блядь. Я этот. Похвалу люблю. Юрий, кэш почистить. А, кэш почистить, открываешь этот. Апроуминг там что ли? Или как он, блядь? ЕФЦ форматировать проводно. Не, там апроуминг что ли, и убираешь кэш. Там текстур кэш и какой-то еще кэш, блядь. Автор полюбана Сергей, Дружко, который спрашивает? Нет, не Дружко. Неважно, какой Сергей, захочет, выложит. Да-да-да, я беру ведь правее, а ты все равно в меня прям едешь. А-ха-ха. Ну смотри, объехали, езжай. Ну. Все, пробрался здесь. За то, что они делают игру, всем большой салют передает Ури. Ури. Да. Ури. Да, игра держится за счет мододелов и картоделов, по сути. Автор забил на все это дело. Саня, закрывать карту? Как закрывать? Подожди, я только это, выезжаю на асфальт, пинки какой-то. Ты уже там, что ли? Я 2 очка вот довел до этого первого. А, так это уже последнее, что ли? Так сейчас я доеду, блин. Карта называется, посмотри, в описании ведь есть. Так, а где пинка какая? А, ну сейчас я к тебе подъеду уже. Просит ссылку на мод Гравик. Слева, да, будет. Не справа, а слева будет. А, так вот, да, здесь уже и Жека стоит с 2 очками, и я туда 8 пру, блин. Так что, в принципе, закрывать уже ничего не нужно. Сюда просто подъезжай и все. Семен просит ссылку на мод на грузовик. Так он в мастерской Steam есть, ну, Емеля. В мастерскую Steam заходи, там группу есть ВК все зайди, все есть, там везде, все да, либо в группу на... ВК. Все на есть. Все машинки. Твой канал. Где вы есть, ё-моё, подождите меня. Вот вы уехали, да. Так мы на пилке? Куда уехали? Мы стоим вот на пилораме. Сейчас я здесь запаркуюсь как-нибудь с лесом, прям так по красоте. Ну-ка, посмотрите вот по карте, я еду, примерно с какой сейчас скорость? Ни хрена себе! Ты, наверное, летишь. Сколько? Ну... Около 50, да? Ну, знаю, потестировать надо. Сейчас вот так. Ох, смотри, несется, блин. Залетел сюда, блин. Все, я запарковался. Готов. На... этому. К фотографии, блядь. Да, а это мое лицо. Давайте фоткаемся, да? Мне да, 25 лет. Там по приколу. 25. Слушайте, ну вы на крутышах, может быть, тогда сами подъедете, а то я здесь парковался. Ну да, я уже я сейчас отъезжать я... будет тяжеловатенько. Ты кого коротышом назвал? Да там коротыш, у нас нормальный. Знаешь, как в старом анекдоте к мальчику подходят это самое. Типа, малыш, тебе сколько лет там? Чё, какой я тебе малыш? Мой малыш тебе даже в рот не влезет. <с
Ну смотрите, карта называется Кой городок. Диман, короче, очень простая. А Диман не скоро приедет, я так смотрю. Очень простая карта. Надо было тебе по кругу не ехать, а сразу ехать. Вот сюда через забор стал бы, мы бы к забору подъехали и сфоткались бы. За забором. Карта простая, сейчас что поедем, я даже не знаю. Посмотрим, может быть, что-нибудь старенькое подберем. Либо так что, давайте закроем для времени. Давайте, да, закрываем. Так мы это самое. Мы ждем, да, мы просто закрыть. Просто закрыть для времени. Чтобы уж было здесь. Или у тебя здесь, может быть, УАЗик открытый, пересядь в УАЗик тогда. Чпок. Без полного привода легко эту карту можно... О, 9 минут, это нормально. Мистер Шулер думал, что тебе далеко за 40. Да, да, но мне 25. Херово. 11 километров мы прошли, 1300 литров. Гараж мы не разблокировали, прикиньте. Мы гараж заново надо стартовать. Зато, блядь, на одну пилку 72 очка привезли. Это да, блин. Народ, всем спасибо за просмотр. Сейчас подумаем, какую карту. Может быть, через часик что-то поедем. Играли, да. Всем спасибо, всем пока. А где вы гараж? Так давно уже так это. В углу прыгнул, карты. На УАЗик. Да, вот. Смотри, карапет подъехал. Менты. Да. Менты подъехали. Ну становись, что ты, куда ты уезжаешь? Да, уезжаешь. А что у тебя назад? В ладоши на туре херачит. Оп. Игровой сервер.